Бустерные камеры чистые, никогда у нас никаких проблем не было. С 12 августа началась эпопея с этим мусором. То есть мусор вовремя не вывозится. У нас сейчас, у нас, по-моему, с декабря месяца начал вывозить региональный оператор, заключил с компанией «Авангард», которая вывозит мусор. Мусор праздничные дни вообще у нас очень плохо вывозились, фотографировали, сбрасывали им это региональному оператору. И также этому Муравьеву показывали им, писали претензии. Улучшения никакого нету. Вот у нас 7600 квадратных метров, а мусор вывозится у нас, можно сказать, не каждый день. Мусорные камеры все забиты. У нас 7600 квадратных метров, мусор должны вывозиться у нас каждый день, чтобы камеры были у нас чистые, чтобы мы никогда не делали никаких замечаний им. Крупногабаритный мусор вообще плохо вывозится. Он даже, когда только позвонишь, нам говорят, что понедельник, вторник, среда у нас в эти дни вывозится. В какой день точно, не говорят. Но вот сейчас, на данный момент, крупногабаритные вот эти елки вывезли. Хотелось бы, потому как мы платим 3,91, хотелось бы, чтобы и мусор вывозили чаще, и услугу оказывали полностью, а не так, как они нам оказывают.